Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Соломон и царица Савская. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее. И не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и всесожжение его, которое он приносил в храме Господнем. И не могла она больше удержаться и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле твоей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла и не увидели глаза мои. И вот мне и в половину не сказано. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои, блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобой и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израиля. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду». И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.